В ГУМВД Челябинской области завершили проверку по фактам мошенничества в сфере автострахования. 17 обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Это кадры спецоперации. Оперативники врываются в квартиру и укладывают всех на пол. По данным материалов уголовного дела, банда из 17 человек специально совершала ДТП, после чего обращались на пункты оформления, где составляли ложные протоколы. Затем они передавали документы в страховые компании и получали выплаты. В одной из аварий с участием трех машин, якобы произошедшей в июле 2016 года в центре Челябинска, фигуранты потребовали возмещения в сумме около 800 тысяч рублей за две дорогостоящие иномарки. Было проведено 46 обысков в нескольких городах Челябинской области. Изъято 4 автомобиля. Найдены документы на иномарки, телефоны, сим-карты и ключи от представительских машин. Потерпевшими по этому делу проходят 4 страховые компании, которым нанесен ущерб свыше 2 миллионов рублей. В рамках предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых. На период следствия все участники дела находились под подпиской о невыезде. Сейчас дело направили в суд.